И мы оказываемся в военном лагере и должны прокрасться ко входу в подземелье. Так, будьте внимательны, лучше перед этим сохранитесь, потому что если нас поймают или мы погибнем, то ритуал некромантии закончится на этом. Этого не хотелось бы. Так вот, прячемся за этой палаткой. Ну, все как обычно, как солдат отворачивается, мы спокойненько пробегаем. Зелик там поверху идет, так что ему проще, нам сложно. Так, вот. Все, мы пробрались мимо постов. Так, и оказываемся в подземелье под Кайдвенским военным лагерем, где мы замочили этого голема, еще одну тварь, утка-попа какого-то, не помню. Так, опять смена обстановки. Вот сейчас задача нам наша вырезать охрану Хенсельта. Ну, все достаточно просто. Сильный удар, выворачиваемся и сильными ударами в спину добиваем рыцаря и щитоносца. Ничего особенно сложного нет. Это все. Что случилось? Мне показалось, я видел Шаалу. Идем. Следующая сцена, мы деремся с Геральдом. То есть Геральд против Геральда, это круто. Ну, сами знаете, пока на нем знак Квен, его атаковать бесполезно. Но Геральда мы все равно не убьем. Пофиг, можно, конечно, там покофить что-то. Если бы NPC так себя вели, мы бы хрен бы прошли эту игру. Так, сеанс некромантии закончен. Просыпайся, я умираю от любопытства. Что ты узнал? Они скрываются в ущельях. Второй наверняка сбежал. Ну, здесь туда. Выбора особенного нет. Покойника просто рассказываем Геркульду, в чем тут проблема. Запомнил что-нибудь еще? Похоже, Шаала де Тансервиль участвовала в убийстве. Шаала? Она заходила сюда, когда ты лежал в трансе. Сказала, что попробует поймать второго убийцу. Запомнил что-нибудь еще? Шаала концы, видимо, подчищает. Нельзя терять времени. Я иду за ними. Удачи, Геральт. Поэтому нам придется бежать. В эти катакомбы. И еще здесь один глюк я заметил. Если открыть карту, то нам показывает совершенно другое место. То есть вот по мини-карте показывает правильно стрелочку, а вот по основной карте она показывает место входа в подземелье, там, где вообще непонятно где. Где Одрин обитался. Вот пенчушка, блин. Вот видите? Ну, я сначала купился на это дело, но
потом догадался, что здесь не все так просто. Это называется водить. О, блин, опять этот алкоголик появился. Что он здесь вообще делает? Квест-то провален. Сначала подумал, что это просто вводит нас игроков в заблуждение. Но, по-моему, это просто чистый глюк. Потому что я-то помню, где эта хрень находится. Видите, вот на мини-карте показывает, что у нас эта точка за спиной находится. И не забудьте сразу же бомбы или ловушки нацепить, потому что после выхода из транса все это у нас, как ни странно, оказывается в рюкзаке. Ну, не суть. Так. Ну, тут я уже вкурил, что здесь что-то не так, абсолютно что-то не так. Так что... Сейчас побежим именно туда, куда надо. Жалко, что Геральт по воде не плавает, здесь можно было бы нехило срезать. Так, ну чтобы вам удобнее было это находить место, куда мы сейчас побежим. Значит, помните побочный квест «Маленькие сестры», где мы помогали солдату избавиться от призраков его сестер. Вот, бежим в то же ответвление, в то же ущелье, но поворачиваем не направо, а бежим прямо. И там уже, так как мы помним, из воспоминаний Эгона путь, то мы спокойно найдем это место, эти катакомбы. В борделе жизнь бьет ключом. Поворачиваем направо и бежим вдоль реки. На всякий пожарный защитный знак поставить. Но пока мы до катакомб не добежим, я так думаю, нам не пригодится, потому что это было бы уж слишком верхом наглости. Вот если повернуть направо, это вот выход на пляж к заброшенному дому, где мы помогали Маврику. Вот видите, то есть нам нужно пробежать там на развилке прямо. Ну вот, вот отсюда убийцы начинали. Поэтому мы знаем, куда бежать. Походу, этой ночью здесь полная луна. Все прекрасно видно. Поворот направо. Ну, паники. Гаргулья. Я так не ожидал, что она будет. Забираем, что у нее из нее выпало. И не забываем про ловушки. В принципе, их можно разрядить или пройти мимо. Ну, сейчас кошку все-таки выпью. Исключительно для того, чтобы ловушки было лучше видно. Ну вот, как бы,
можно пробежать. А, медальон о чем-то предупреждает. Вот. Так, еще одна горгулья. Нужно использовать знак карт. Добивание. И тут такая неожиданность случается. Ходит, блин, голем еще идет походу, или кто это у нас. Ну, для того, чтобы с ним драться, придется все-таки спуститься. Да, это голем. А, отпрыгиваем от него, не забываем от него отпрыгивать. И магическую ловушку ставить. Знак Эрга. После этого забегаем за спину или атакуем сбоку. Тяжелые удары серебряным мечом. Можно, конечно, бомбами покидаться у него. Вот, не попал в ловушку. Ну и все. Так, после этого мы с вами поговорим с Зеритом и Геральт. Зерит. Еще раз кое-что вспомнил. Знала. Она хотела уничтожить доказательства. Какие доказательства? Мы не хотели бросать тебя одного. О чем ты говоришь? Почти получилось. Подумай только. Дикая охота. Мы могли избавить мир от призраков войны. Сентября 69 года. Ущелье Гидры. По условиям центрийского мира, здесь были казнены 53 офицера бригады Врихит. Им перерезали горло. Тела эльфов сбросили в пропасть. Не знаю, зачем сюда пришли всадники охоты. 23 ноября 69 года. Цинтра. Деревня Холодный Ключ. Следующая жертва дикой охоты. Мальчик 11 лет. Его родители утратили надежду. Я устал. 24 февраля 70 года. Перевал в горах Армуш. Императорская мантикора – одно из самых опасных чудищ мира. Раньше я был бы счастлив такой встрече. Теперь тварь была лишь преградой на моем пути. Но ее мясо и горячая кровь помогли мне выжить. 30 мая 70 года. Яруга. Охота стремится на юг. Всадники похитили уже 23 человека. Всем от 10 до 20 лет. Всем, кроме Йеннифер.